Попов Петр Дмитриевич родился в 1924 году в городе Уфе. В годы Великой Отечественной войны около 200 человек солдатского состава были удостоены ордера славы всех трех степеней. Среди них Петр Дмитриевич Попов. Вот что говорят о подвигах бойца, скупые строки боевых приказов. 29 сентября 1944 года Попов Петр Дмитриевич в первом полку перешел государственную границу СССР. В результате хорошо проведенной разведки установил расположение окопов. В схватке лично уничтожил двух солдат. 6 декабря 1944 года в бою улучшения нашей передовой после непродолжительного изучения обороны противника Попов Петр Дмитриевич с группой разведчиков незаметно подполз к траншеям фашистов и забросал их гранатами. 24 апреля 1945 года стрелковое подразделение вело бои за высоту, но продвижение препятствовал вражеский пулемет. Товарищ Попов Петр Дмитриевич, и незаметно подвигаясь вперед, пополз к вражескому пулемету на расстоянии 10 метров, поднявшись во весь рост. Попов Петр Дмитриевич метнул противотанковую гранату, сразу же бросил в окоп и лично уничтожил двух уцелевших офицеров. Последний год жил в Бирске. Умер в 1987 году.